Здравствуйте, уважаемые российские полиграфисты. Сегодня хотелось бы, сегодня у нас специальный выпуск, который будет посвящен изменениям, которые будут на российском рынке офсетных печатных машин с 1 января следующего года. Как многие из вас уже знают, мы распространяли на эту тему пресс-релиз, компания TerraPrint с 1 января 2013 года становится дистрибутором офсетных печатных машин Ryobi в России и Украине. Это, безусловно, радостное для нас событие, но в связи с некоторыми изменениями, которые происходили в системе дистрибуции Ryobi, до сих пор у многих российских полиграфистов есть вопросы, связанные с тем, кто отвечает за что, как происходили эти изменения. Вот мне хотелось бы буквально несколько слов, не сильно вас задерживая, рассказать про это. На самом деле картина достаточно простая, если говорить про Россию. Раньше дистрибутором офсетных печатных машин Ryobi в России была компания NISA, которая достаточно успешно работала в этом направлении. И ее деятельность как дистрибутора заканчивается вот в конце этого года. А со следующего года этим будем заниматься мы, TerraPrint. Вот, собственно, и вся история, что касается России. Она несколько сложнее тем, что изменилась и система поставок машин Ryobi. В принципе, они поставляются так же, как и раньше, через Германию из Японии. Раньше каналом поставок в Россию была немецкая компания Illis Graphic, которая много лет этим занималась. Ну, поскольку вот я и раньше был как-то связан с дистрибуцией Ryobi, я знаю, что вот я лично только более 20 лет, так сказать, наблюдал, как Illis Graphic этим занимается. И в этом году Illis расформировал свое графическое направление, сосредоточившись на других проектах. Это достаточно большая компания, и они не специализируются больше на графическом направлении. Вместо Illis Graphic за Россию, Украину и некоторые другие страны теперь отвечает еще более крупная компания немецкая. Это компания Ferrostaal GmbH. Эта компания когда-то была частью концерна MAN. И, безусловно, она имеет огромный опыт поставки офсетных печатных машин. Несколько раз менялась система владения компании Ferrostaal, но никогда не менялся профиль, графическое направление всегда оставалось очень мощным. Компания Ferrostaal известна тем, что она является партнером Ryobi во многих странах мира, начиная с США, кончая другими странами Америки, Азии и Австралия, то есть очень много стран, где Ferrostaal представляет Ryobi. Безусловно, это повлияло на решение назначить Ferrostaal мастер-дистрибутором Ryobi, в том числе и в России и Украине. То есть перенять ту деятельность, которую раньше выполнял Illis. Сейчас компания Ferrostaal ведет переговоры с Illis о покупки склада запасных частей и завершает еще некоторые операции по началу работы вот в России и Украине. Как мы уже сообщали, мы подписали контракт с компанией Ferrostaal. Единственная компания, которая имеет такой контракт, это TerraPrint. Таким образом, мы теперь будем этим заниматься. Какое-то время назад была пресс-конференция новой молодой компании, стартапа компании Logomash, которая объявляла, что она является представителем Ryobi в России. Это было связано с неопределенностью переходного периода и
те бывшие сотрудники НИСА, которые это объявляли. Я думаю, что комментарии можно получить у них. Зачем они это сделали? На мой взгляд, это было лишнее, так сказать, беспокойство для рынка. Раньше была НИСА, теперь это Терапринт. Все нормально. Мы с НИСА находимся в хороших отношениях по передаче нам как запасных частей, склада запасных частей, так и клиентов. Мы надеемся усилить сервисное направление. Терапринт отличается тем от других компаний, может быть, что мы всегда поставляли офсетные печатные машины. Сначала мы поставляли машины Adast успешно, потом машины Шинахара очень успешно. И теперь вот мы будем работать с Райоби, которая еще более популярная марка на российском рынке. Мы приложим все усилия. Мы обычные люди, у нас есть, безусловно, свои какие-то недостатки, но мы стараемся становиться лучше, мы приложим все усилия для того, чтобы Райоби в нашем лице сделала еще один шаг вверх, преодолела еще одну ступеньку к еще большей доле рынка российского и украинского. Мы думаем, что Райоби заслуживает профессиональной, качественной работы по поставкам, по сервису. Мы будем прикладывать для этого все усилия, кадровые, сервисные, финансовые. Обращайтесь к нам, сейчас хорошие условия. У Ферросталь условия более интересные, чем у компании Илис, поэтому мы призываем всех российских полиграфистов, заинтересованных в приобретении очень качественных, доказавших свою надежность листовых офсетных печатных машин, обращаться к нам в Терапринт. Спасибо вам большое за внимание. Я Михаил Нестеренко, директор Терапринт.